Добрый день, уважаемые любители рок-музыки. Зная о том, что вы очень любите наши рассказы о жизни и рождении новой рок-звезды, мы пытаемся рассказывать вам обо всем. И сегодня я хочу начать вам рассказ о том, как мы готовимся к профессиональной сцене, как мы будем заказывать себе сценический костюм. Ну, себе, я под себе подразумеваю самого себя, Волощука СД. И поэтому мы приехали на Ленинский проспект, дом 43, в ателье одежды студио СОК. Так как нам порекомендовали это ателье, сказали, что здесь очень хорошее ателье и хорошие мастера. А мне ж плохие не нужны, поймите. Зачем мне, рок-звезде, плохие мастера? Мне надо сюда. Пойдемте с нами, сходим. Здравствуйте, люди добрые! Есть кто живой или нет? О, есть. Какие красивые люди тут есть. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот нам сказали, что здесь самое лучшее ателье в мире по пошиву одежды индивидуальной. Так и есть. Есть? Я не ошибся? Не обманули? 100%. А для рок-звезд вы шьете тут одежду или нет? Именно. Уважаемые любители рок-музыки, я не ошибся. Здесь ателье для рок-звезд. А мне сказали, что тут есть один мастер крутой. Его зовут Сережа. Есть, есть такой? Есть. Ну вообще, вы можете себе представить, какая удача. Уважаемые любители рок-музыки. И мастер на месте. Поэтому сейчас мы будем объяснять, что нам надо. Да, вот готовы, мы будем. Готовы. Можно раздеться? Раздевайтесь, что вам предложить, чай, кофе. И пиво тоже. Да нет, мы не пьем. Мы ж рок-звезды, мы не пьем, поймите. Мы же за здоровый образ жизни. Ну что? Ну зовите мне вашего мастера, самого крутого, с золотыми руками. Скажите, Волощук СД прибыл, рок-звезда. Сережа, подойди, пожалуйста. Здравствуйте, Сережа. Вы знаете, мне сказали, что вы самый лучший мастер. А я к плохим не люблю ездить, я езжу только к самым лучшим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сейчас расскажу, что мне нужно. Я же рок-звезда. Вы, надеюсь, узнали меня или нет? Ну, конечно, Сергей Дмитриевич. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, узнают люди, куда не появлюсь. Так вот, мне нужна а-ля косуха кожаная. Потому что я же рокер, понимаете, да? Но косуха должна быть именно а-ля. Почему? Я не хочу выглядеть, как вот эти вот босяки, оборванные, обоссанные, выходят тут на сцену. Грязные, немытые, нечесанные. Я хочу, чтобы вы мне создали образ рок-дэнди. Угу. Смогем? Смогем. То есть косуха должна быть красивая, может быть, даже лайковая. Вот такая вот. Чтобы вот эта красота была. А? Чтобы люди смотрели и понимали, что это артист вышел на сцену, а не обшморганный какой-то из подвала вылез. Рокер, блин. Вот. Будем поднимать авторитет русской рок-музыки. Вот что мне нужно. Ну что? Замечательно. Задача понятна? Да. Все сделаем. Уважаемые любители рок-музыки, понимаете, профессионалы, они ловят на ходу, вы понимаете? Вот, я попал на ней в надежные руки, хорошо, я скоро приеду. Сколько вам времени дать на это? А неделька, когда у вас две. Концерт? Концерт у нас 22 декабря. Ну, я думаю, за пару недель управимся. Хорошо, все. Через две недели я у вас. Угу. Ждем. До свидания, ждем, красавица, до свидания. Скоро приеду. До новых встреч. Уважаемые любители рок-музыки, через две недели вместе приедем смотреть, что тут пошьют. Умеют или нет, проверим заодно. Пойдемте, Сергей Дмитриевич, давайте снимем с вас мерки. Давайте. А ну. Что делать мне, руки по швам или как? Последний. Помните мультфильм? Нас посчитали. Сейчас нас будут обмерять. Все, руки можно опустить. Угу. А я всегда доволен жизнью. Ирина Валерьевна все запишет. Да. А. Уважаемые любители рок-музыки, записывают да. Люди, потому что они настоящие ленинцы. А помните, что Ленин говорил по поводу памяти? Что огрызок карандаша лучше феноменальной памяти. Поэтому записывайте, записывайте. Пионеры-ленинцы, записывают. Мне тут начинает нравиться, уважаемые любители рок-музыки. Тут серьезный подход к делу, люди записывают размеры. Видите? Все, Сергей Дмитриевич. Сережа, но это еще не все. Мне еще нужны штаны клеш. Я хочу быть похожим на Роберта Планта. Помните, он в клешах выступал. Вот мне нужны такие клешики, такие а-ля 70-е годы. А? Небольшие, а чуть-чуть, там сантиметров 26-28, вот так. Хорошо. Сделай. Уважаемые любители рок-музыки, у меня будут брюки клеш.
Я в детстве обожал брюки-клёш и туфли на платформе, на каблуках. Вы просто не помните этого, но в 70-е годы была мода. Мужики носили клёш и туфли на каблуках и на платформе. И мне повезло. Мне однажды достались мартинсы. Представляете, тогда, в 70-е годы, я не знаю, откуда они там появились, но я на рынке купил мартинсы, подержанные. Доктор Мартинс. И они были клоунские. Они были именно на платформе и на каблуке. Обалденные. Я еще, блин, там люди в шоке были. Они были клоунские, с вот таким подъемом и разноцветные. Представляете? Да. Вообще, это счастье было, такие достать ботинки. Поэтому я надеюсь, что я буду похож на Роберта Планта. Более чем. Да. Ну, с такими людьми я уверен, что это получится. Все. Все будет. Уважаемые любители рок-музыки, все должно получиться. Все сделаем в короткие сроки. Через 2 недели я у вас. Ждем вас. Добрый день, уважаемые мастера, золотые руки. Это опять я, Волощук СД. Добрый день. 2 недели прошло, я пришел посмотреть, что у меня пошили. Прошло. Все готово? Не шутите? Не шутите. Ну, покажите, что вы там придумали. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, порадуйте меня чем-нибудь. А то концерт скоро. Там поклонники ждут. Они хотят увидеть Дэнди. Роб Дэнди. Проверим, что у нас получилось. А ну-ка. Ёшкин кот, а? О, повезло мне! Шикарно. Уважаемые любители рок-музыки! Похож я на Дэвида Боуи, а? Одновременно с Робертом Плантом. Придает мне эта косуха сходство с великими. Шикарно ваша вещь села, как влетает. Уважаемые любители рок-музыки, это они на меня похожи. Вот так вот. После, с такой курткой на меня теперь все похожи будут. Я уверен, Сережа, что мы зададим тренд. Новый. Новый тренд в рок-музыке. Все логично. А? Уважаемые любители рок-музыки, ну красота, а? Человеком себя прям почувствовал. Все, на концерте мы зажжем по-новому. Красота, замечательно. Маэстро, дайте я пожму ваши золотые руки. Уважаемые любители рок-музыки, а вы же знаете, что когда к золоту прикасаешься, оно перетекает на тебя. Поэтому я воспользуюсь моментом. Я же хочу стать миллиардером. Я же хочу быть как Пол Маккартни. 1 200 000 000 у него состояние. Поэтому за золотые руки я прикоснулся, и ко мне потекли деньги. Уж извините, я воспользовался моментом. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот так вот. Ну что, жду вас всех на концерте. Рок-н-ролл forever. Люди добрые, мастера золотые руки, я поехал сотрясать концертный зал. И с вашей помощью вы меня сделаете рок-звездой, знаменитейшей рок-дэнди. Поэтому следующий наряд — белый пиджак, кожаные брюки. А? Да. Уважаемые любители рок-музыки, как вам такая задумка? Белый пиджак и кожаные брючата. А? Все, поехал. Желаю спасибо. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Счастливо. Ждем вас. Всего доброго. До свидания. Все. Счастливо. Счастливо. До свидания. Счастливо. Уважаемые любители рок-музыки, пиджачишка с джинсами вот здесь со мной. Поэтому будьте готовы. Шутки кончились. Теперь Волощук СД будет рок-дэнди. Вот так. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём, интересны. Мысли, если сказанных Волощуком. Волощуком.